Всем привет! Мы в Ватикане, базилика Святого Петра. Ватикан – это государство в государстве. Сюда можно попасть без паспорта, без визы. В данную базилику можно пройти бесплатно и посмотреть. Она доступна всем, что очень радует. Красиво, очень эстетично. Очень атмосферное место, занимает в списке паломнических базилик Рима первое место. Римская империя существовала более 500 лет. Поэтому неудивительно, что она оставила после себя огромное количество памятников архитектуры. На самом деле в Риме, куда ни глянь, есть архитектурные достопримечательности на любой вкус, от которых вы никуда не скроетесь. Колизей, фонтан Треви, Римский форум, Пантеон и многие другие. О посещении музеев и исторических мест желательно позаботиться заранее. Покупая билеты онлайн, вам удастся избежать огромных очередей и не потерять драгоценное время на посещение музеев и исторических мест. В Ватикане расположены всемирно известные шедевры архитектуры. Собор Святого Петра с внутренним убранством, Ватиканские музеи, в числе которых Сикстинская капелла и другие, а также знаменитая Ватиканская библиотека. В чем сила Ватикана? Помимо того, что Ватикан является политической силой, он также является административным центром секты католицизма. Папа Римский является духовным лидером всех христиан, принадлежащих к католической секте. Поэтому Папа Франциск способен оказать глубокое влияние на миллионы людей этой веры. Чья армия охраняет Ватикан? Знаете ли вы, что в настоящее время солдаты швейцарской гвардии, как записано в уставе, несут службу по обеспечению безопасности священной персоны папы и его резиденции? В настоящее время гвардия Ватикана состоит из 110 человек. По традиции в ее составе только швейцарские граждане. Официальный язык гвардии – немецкий. Какое гражданство у Папы Римского? Папа Римский не может иметь никакого другого гражданства или подданства, кроме подданства Святого Престола. Но есть и исключения. Это нынешний Папа Франциск, сохранивший аргентинское гражданство, и Бенедикт XVI, оставивший немецкое. Сколько стоит трон Папы Римского? Цена за него определяется не материалом, из которого он сделан, а именно своей принадлежностью Ватикану и Папе Римскому. Именно это и составляет его основную ценность. Реальная цена золотого трона весом 310 фунтов, это около 140 килограммов, может составлять примерно 6,5 миллионов долларов. Интересная информация. Если Папа Римский захочет
поменять место жительства, государство, в котором он проживает, Ватикан автоматически переходит к Италии. Всем советуем здесь побывать. Какая власть у Папы Римского? Ватикан – абсолютная теократическая монархия. Глава государства Папа Римский обладает всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти. Сколько людей живет в Ватикане? В настоящее время здесь живет около 800 человек, один из которых Папа Римский. Это прекрасный пример, когда качество лучше, чем количество. Ну как вам экскурсия сегодня, а? Очень понравилось. Понравилось? Здорово, да? Заканчивается наша экскурсия, да? Пойдем перекусим? Да, пойдемте покушаем сейчас. Что вы хотите покушать? Я хочу равиолечку. В Италии равиоли разве надо есть? Да, надо кушать равиоли. Пасту мы еще тоже не покушали. А что мы делали? А где вы были и что мы делали, если мы ничего не покушали? Мы только приехали. Мы вчера сходили в ресторан, покушали пиццу. Чайки воду пьют. Точно, да. И погода такая шикарная, хотелось бы искупаться. Закончилась наша экскурсия в Ватикан. Мы были в музее, были в базилике Святого Петра. Все, мы сейчас закончили, уже 6 часов вечера, почти там 5 с лишним. Голодные, надо пойти перекусить. Не прощаемся. Мы вам говорим до скорой встречи в Палермо.